Работа с множествами. Данную информацию вы можете найти на сайте metanit.com. Кроме методов выборки, LeanQ имеет несколько методов для работы с множествами. Разность, объединение и пересечение. Разность множеств. С помощью метода except можно получить разность двух множеств. У нас есть набор, массив из строк soft, где есть компания Microsoft, Google, Apple и hard, Apple, IBM и Samsung. Результирующую мы пишем из софта, исключаем hard. В данном случае это Apple. То есть одинаковые уходят. Из софта получается останется только Microsoft и Google. Вот так. Пересечение множеств. Для получения пересечения множеств, то есть общих для обоих наборов элементов, применяется метод intersect. Он точно так же записывается, только сюда пишется уже intersect. Мы получим... Apple. Так как оба набора имеют только один общий элемент Apple, то, соответственно, только он и попадет в результирующую выборку. Объединение множеств. Все то же самое, только здесь уже слово union. Оно объединяет и одинаковые дубликаты как бы убирает. То есть дублировать название не будет. Вот такая выборка получилась. Ну и простое объединение, это просто к софту прибавляем hard, конкатенацию делаем и получим дубликаты в слове Apple. Слово Apple дублируется два раза. Вот. Ну и дальше мы из этого же конката можем удалить дубликаты благодаря слову distinct. То есть по сути мы получаем тот же union, но вот в такой записи. Вот так. На этом все.